100 грамм водки. Здравствуйте. Добрый день. А йогурт у нас где? А, вот у нас. Как вы относитесь к инициативе городских властей? Что? Так, подожди. Как вы относитесь к инициативе городских властей? Я бы их всех расстрелял. Возьми. Кого? А про кого спрашиваете? Про теплотрассу. Не, про нее я ничего не знаю. А Олю вы случайно не знаете? Какую Олю? Ну, он пишет, про которую. А что пишут? Я поняла. Я тебе дома объясню. Пошли. Так от машины отойди. Отойди, я говорю, от машины. Ну ты идешь? Иду, иду. Здрасте. А можно бутылочку воды без газа? Как тебя зовут? Митя. Митя. Дмитрий Сергеевич. Что ты делаешь? Да пока что-то ничего такого не делаю. Да я освободился только. Неделю как освободился. И всю неделю в поезде. С Хабаровской сюда, Красную площадь посмотреть. Да ты все равно ничего не понимаешь. На, держи камеру. О, а скажи что-нибудь еще по-русски. М? Ну. На здоровье. Здоровье. Здоровье у нас коровье. Правда, русские коровы давно уже мертвы. Оценила в чем цимус юмора этой шутки? Пожалуйста, чашечку эспрессо. Будьте добры.
36 порций виски, 16 литров воды и нитроглицерин, пожалуйста. Очень-очень нужно. Ну что тебе? А у вас есть просто кипяток? Просто кипяток. Ну. Чайник с кипятком и вот, лимон отдельно. Приглашаем вас на праздник Посейдона. Хорошо выглядишь. А кто так разукрасил-то? Наш интерьер не оставляет равнодушных. Пидор!